Hello, my friends, с вами Рирс. Это игра Last Oasis. Сегодня у нас дохренища дел, сегодня мы будем разбираться, как же работает система крафта. Не простого крафта, а улучшенного. Для начала я хочу выгрузить свою базу, показать вам свое творение, Magnum Opus, все дела. Вот такая вот базенка. Ну, чего-то в ней не хватает, да? В ней не хватает дерева лучшего качества, так сказать. Сегодня будем улучшать базу, но это сделаем быстро. Из вот таких вот материалов будет у нас дерево среднего качества. Давайте пробежимся к той базе, которая у нас сейчас есть. То есть здесь поставил, я вот так улучшил, увеличил в размерах, сделал двухэтажный. Здесь стоит ветряк, который генерирует энергию почти уже загенерировал. Этот ветряк, конечно, дикое палево, его видно за километр, но что поделать. Рекомендую его, конечно, застраивать, но чтобы его застроить, посмотрите, сколько нужно вверх структур поднять. Все-таки на Крыси на нашей, на стилете. 130 структур всего лишь. Можно поставить. Но это, думаю, будет слишком много, чтобы заблокировать еще ветряки. Поэтому они пока стоят здесь вот на отдельной панели такой. Тут стоят улучшенные ящики. Здесь стоит вот эта вот корабельная штука. Чтобы можно было с этажа на этаж перепрыгивать. Ну и наверху также корабельная штука вот эта. Оп, лестница для ходунов. Чтобы можно было таким образом заходить в базу. Такая базенка все здесь есть. И давайте ее будем улучшать. Для строительства нам понадобится дерево, осколки кости и деревянная опора. Я все это подготовил. Деревянных опор может на что-то не хватить, но мне нужно избавиться вот от этих вот торчащих шипов из базы. Потому что здесь невозможно ходить, пока они торчат. И спрыгивать довольно-таки проблематично. Итак, сразу же перед нами встает следующее: улучшить вот таким образом нельзя. Нужно будет все разбирать, переносить демолишить и заново ставить. Делаем следующее. При помощи замечательного ходуна, при помощи погрузить базу, можно любую структуру, вот, допустим, хоп, взял в себя. И переставляй, как тебе хочется. Ресурсы тратиться не будут. Я врубил режим погрузка базы. Сейчас заходим сюда на базу. Для начала нужно открыть все двери. Потому что они открываются на ту же самую кнопку, что и погрузить базу. Открываем дверь, смотрим на какой-нибудь станочек, либо еще на что-то. Крутим колесиком, чтобы выбрать этот станочек. Берем станок, забрал. Поднимаемся наверх и переставляем его пока что наверх. И вот так нужно сделать со всем первым этажом. Ну все, первую часть уже можем разбирать. Итак, начнем с двери. Хотя нет, давай с фундамента. Попробуем убрать фундамент. Посмотрим, что случится с этим. Режим разборки. Выбираем фундамент. Разбираем. Теперь заходим в строительство. Выбираем основание. И ставим сюда. И вот такой вот у нас хороший фундамент теперь получился. И давайте посмотрим. У него прочности 2500. У этого прочности 3500. А это усиленный. Ну, видимо, чем-то другим разрушаются усиленные постройки, не костяным оружием, будем надеяться. Все, база готова, пойдем на нее смотреть, как она теперь выглядит. Выглядит она, господа, теперь вот так. Аккуратненько, деревянная база. Но по-прежнему торчат вот эти вот колья, которые мне нахрен не нужны. Ходить по-прежнему все печально здесь. Ну, хотя вот спрыгивать теперь можно. Ну, тут вроде как место побольше стало. Но я еще ящики по-другому поставил. Ну, ладно, разберемся. Для начала нам сойдет и так. Все равно сейчас все станки будут меняться. Хорошо, приступим теперь к крафту. Наверняка вы не раз встречали на своем пути вот такие вот ресурсы, у которых увеличено качество. В нашем случае качество 20 у дерева. И думали, что же это такое? Ну, по логике вещей, наверное, какой-то ресурс, только немножко улучшенный. И значит он будет давать какие-то функции. Начинаете его собирать каким-нибудь оружием обычным. В надежде, что у вас появится, допустим, качество 20. Собираете, и у вас падает дерево качество 1. Что ж такое? Как же так? Как же собрать-то качество 20? И вообще, зачем же это все нужно? Ну, в этом нам подскажет кодекс. Заходим в кодекс. И здесь открываем систему качества. У каждого предмета и постройки в игре есть уровень качества, самый низкий равен единице. Качество созданного предмета определяется качеством ресурсов, из которых он сделан. Качество может влиять на различные факторы, например, на наносимый урон или долговечность. Качество станка также может повлиять на качество предметов, которые на нем создаете. Если вы объедините две группы ресурсов в одну, новая группа перенимает качественные характеристики обеих групп с учетом числа единиц в обеих группах. Ну, последнее нам пока не нужно. И давайте разбираться теперь, что же это за система качества такая. Тут все просто, дословно все описано в данном обучении. У нас есть качественные ресурсы. Из этих качественных ресурсов мы можем создать какие-нибудь качественные предметы. Как это делается? Легко и просто. Давайте рассмотрим на примере. Ну вот, допустим, ну вот самого обычного топора. Для него нужен камень и деревянная опора. Деревянную опору высокого качества в игре собрать нельзя, ее можно только изготовить. Сруб падает обычного качества, и чтобы ее изготовить, нам понадобится станок. То есть первым делом мы создаем улучшенный станок. Но опять же, сейчас мы упремся в одну такую хрень под названием лазурупа. Чтобы ее найти высокого качества лазурупу хотя бы первого качества, это нужно упороться. Нам удалось каким-то чудом найти то ли 40, то ли 30 этой лозы рупу. В какой деревне мы это нашли, мы так и не запомнили, потому что еще не занимались системой качества. Не разбирались в этом вопросе. Как начали разбираться, так поняли, что все упирается в лозу рупы. Как ее найти? Катайтесь по лагерям и смотрите на эти свисающие лианы, чтобы они были качественные. И собирайте их, главное, серпом, чтобы собрать их побольше. Находим лазурупы и пойдем крафтить станочек. Расчехляем базу и смотрим. На своем пути выживания мы повстречали великое множество этих всевозможных ресурсов. Они рисуются в одном и том же месте. То есть, если вы нашли волокно качеством 40, то вы его соберете и через несколько, не знаю, там минут или часов придете на это же самое место, и там будет точно такого же качества волокно. Поэтому записывайте все важные ресурсы, которые вам нужны, желательно качество 40 и выше. Для создания станка нам нужна лоза рупы. Лоза рупы у меня есть. Осталось немножко. 35 штучек. На станки нам хватит. На самые первые. Потому что в крафте каждого инструмента нужны деревянные опоры. Без них здесь никуда, к сожалению. Это все забираем. разбираем станок и скидываем ненужные ресурсы. Нам нужны только высококачественные ресурсы при себе оставить. Остальное все пускай будет здесь. Итак, нас интересует для создания станка дерево, волокно и лоза рупы. Так как у нас инструменты базовые, то собирать мы можем только первого грейда. Первого качества. Выше, к сожалению, ничего не собирается. Для собирания Качеством выше, нам нужен, собственно, инструмент выше качества. Хорошо, создаем столярный станок. Ставим его на это же место. Дерево, волокно, лоза Создаем. Даже прокачался. И смотрим качество. Станок у нас теперь получил желтую единичку. Это значит, что он стал первого качества. И здесь мы уже можем создавать деревянные опоры первого качества. И рачим этих опор штучек так, ну сколько. Штучек 5, пускай будет у нас для создания оружия хорошего качества. Берем ресурсы для создания очага. Дерево. Волокно. И камень. Тот очаг, который у нас есть, можно, конечно, разобрать, но для начала создадим вот такой: Дерево, волокно и камень. Ставим его здесь и получаем очаг первого качества. Здесь мы уже можем делать клей первого качества. Для него нам нужны кости. Для этого клея кости у нас есть. Совсем чуть-чуть на клей хватит. Хорош улучшенный ткацкий станок первого уровня. На нем мы можем уже делать канат первого уровня и ткань первого уровня из волокна и дерева. Берем волокно с деревом и зайдем в крафт. Мы можем делать уже первого грейда топор. В принципе, его пока что будет достаточно, чтобы собрать ресурсы следующего качества. Также нам нужна будет кирка. Для него нужно ткань сейчас сделать две штучки. И серп. Для него у нас, в принципе, тоже все есть. Я бы еще сделал деревянных опор. Вот на все, что здесь есть, давай деревянных опор запилим, чтобы сделать инструменты первого уровня. Тут пилим. Ну, 10 это много, 20 тоже. Вот нам нужно всего лишь две ткани. Сейчас ее сделаем и сделаем себе инструменты первого уровня. Лазу рупы оставим пока что. Улучшенную. Все, отбой. Итак, создаем кирку. Волокно улучшенное нужно. Надеюсь, еще осталось. Да, еще есть. Серп. И улучшенный топор. Все, у нас есть все инструменты для сбора. Хотя бы первого грейда. Берем топорик. Теперь нам нужно это качество дальше бурстить. Как оно бурстится? Просто собираем высококачественные ресурсы высококачественными инструментами, чтобы поднять и разогнать себе качество. Погнали на ту полянку, где там было много высококачественной древесины и попробуем собрать ее топором. Сейчас у нас первого качества, будем собирать дерево 20 качества и посмотрим, что мы сможем собрать. По-моему, мы сможем собрать либо 15 качества, либо 10 качества. Посмотрим, насколько будет резаться. Ну и дерево мы будем собирать крайне мало, потому что этот топор первого уровня. Древесина 20 левела. Собираем топором. Получаем 11 левела. Ну, уже, в принципе, неплохо. Уже сейчас можем сделать станочек высококачественный. 11 уровня. Чем выше станок, тем выше инструменты мы можем на нем создавать. Здесь, смотри, пальма 42 левела. Давай один разок ударим. 20 левела мы можем получить. Пальмовые листья. Плюс 20 уровня дерева. Пособираем. Я запомнил, где это появилось. Эти ресурсы были найдены. Поэтому сюда смогу прийти и еще пособирать. Все, и таким образом мы сейчас будем разгонять свои инструменты. Из этих ресурсов также можно создавать броню. Создавать броню, создавать шагоходы. Ну и создавать, конечно же, оружие. И что же дает, собственно, это вот улучшение незначительное? Ну, пока что оно нам особо ничего не даст. Допустим, вот давайте откроем. Крафт. И здесь откроем обычный топорик. Пробивная сила 11%, у этого топора 11%. 35, скорость 105 и 5. У этого скорость 115. Ну, он дал немножко скорости нам. 0,2%. Дает он урон, дает прочности и дает как бы скорости. Остальное я что-то не заметил, чтобы чем-то отличалось. Вот у меня, допустим, есть серп. Он дал 0,16 скорости. Это уже восьмого качества. И 0,02 урона. Вот смотрите, уже можем палку десятого грейда создать. Из тех материалов, которые у нас есть. Все просто. Но самый смак этих ресурсов, улучшенных, это создание шагоходов. У ваших шагоходов, в зависимости от качества ресурса, повышается уровень. Допустим, если мы будем собирать шагоход, основу его, корпус, без лап и без крыльев, из древесины качества сорокового то шагоход будет 40 уровня. А у шагоходов каждые 10 уровней разблокируется один слот под модули. И при создании такого шагохода наш шагоход будет 40 уровня и у него будет 4 слота под модули. Это прям сказочка. Создание улучшенного шагохода будет в одной из следующих серий Да, я серпом собирал, у меня должен, должен быть волокно 20 грейда, пойдем создадим Скорее всего будет вычитываться средняя арифметическая Из показателей ресурсов, какого качества будет следующий станок Итак, погнали смотреть Да, у меня волокно 16 грейда Берем лазурупы И смотрим, что я могу создать, какого качества Да, 10 левела столярный станок, смотри-ка Можно этот столярный станок уже разбирать Забираем отсюда все режим разборки собрать и создаем даже ткацкий то станок смотри 11 грейда это тоже разберем все получили назад какую-то часть ресурсов создаем столярку 10 Грейда Все 10 уровня столярка. На ней мы можем деревянные опоры уже 12 уровня делать. Ну, ткацкий станок, я думаю, не будем собирать уже высокого уровня. Если мы здесь запилим деревянные опоры, давай попробуем из обычной древесины. Хотя нет, вот там дерево солома, да, нужно? Дерево волокно. Возьмем вот так, так. Положим первого уровня, посмотрим, что получится. Вот так и так. Нет, не можем, смотри-ка. Можем пока что обычный создавать. Ну, вот так, если. Да. Так уже создаются 12 уровня. Если убрать волокно. Уже ничего не хочет. Тем самым мы делаем несколько палочек 12 уровня. Сколько нужно на топор? Одна деревянная опора. Сейчас сделаем топор 12 уровня себе. Хотя нет, он будет меньше, потому что у нас камня нет 12 уровня. И сможем топор 6 грейда уже делать. Если был бы камень повыше, то топор был бы тоже, собственно, повыше. Давай это все скинем и пойдем вот этими инструментами, вот этой киркой. Добываем какой-нибудь камень. Теперь давайте поговорим о том, как найти эти ресурсы проще всего. Их, к счастью, видно через подзорную трубу. Подзорная труба открывается. В строительстве. Вот она, телескоп. На нее нужно 30 дерева, 4 ткани кочевника и 1 костный клей. Вот так она выглядит. Такая трубень. Когда на нее смотришь, видно качество. Если нет качества, то, собственно, ничего не увидишь. Не отображается качество почему-то волокна. Но всего остального вроде как отображается. Также можно смотреть себя, свои постройки, вражеские постройки и видно, какого качества они и так далее и тому подобное. Давайте покатаемся по миру, поищем какие-нибудь ресурсы. Поищем... Что нам? Камень нужен, высокоуровневый. Желательно это делать, конечно, вдвоем. Один смотрит подзорную трубу, а остальные катаются. А можно еще несколько подзорных труб поставить и вообще будет сказочка. крафт здесь такой глубокий. Есть где позадротствовать, чтобы сделать себе оружие и броню максимального качества. Ну, вообще, это все нужно для шагоходов. По большей части. Ну и, конечно, к сорокового качества инструменты будут портиться меньше, чем инструменты обычного качества. Вот, допустим, взять этот серп. Коса. Он восьмого качества, но им я выкосил уже. Ну, до так накосил делов. Открываем хранилище и видим здесь вкладку модуль. У меня сейчас шагоход шестого уровня. Я его улучшил до шестого, до пятого левела. А выше, к сожалению, пока что на рынке улучшения, ну, улучшение себе купить нельзя. Вот открываем клавишу P, создание ходунов, и вот здесь видно улучшение. Ходун стилет. Видите, нажимаю, не прокачивается. Не прокачивается. 1500 стоит, у меня 2200. Прокачиваться дальше не хочет. И вроде как думаешь, что ты уже все, уперся, да, в лимит. И как бы дальше нельзя. Ну нет, можно. Создаешь себе шагоход 40 уровня, и все, и у тебя здесь будет этих модулей куча целая. И пихай сюда что хочешь. По 6 штучек. Это же сказка вообще. Охренительно. Давайте проверим, что будет, если таким топором собирать обычные ресурсы. Будут они давать качество? Нет, они будут просто обычные осколки. Да, кстати, вот эти вот штуки, которые я ставил в одной из предыдущих серий, работают следующим образом. В принципе, точно так же, как и Ушки, если у вас стоят боты в атласе. Вот только назад. Появляется траектория полета стрелы. И мы можем вот так вот управлять. Правда, стреляют они только назад. Как бы я ни ставил, они все стреляют назад. На левую и правую кнопку мышки. В каждой такой штуке по 5 снарядов может находиться. Можно как гарпуны сюда засовывать, так и обычные стрелы. По-моему, даже огненные можно сюда совать. Такие дистанционные арбалеты. Очень удобно. Особенно когда отстреливаешься от кого-нибудь. Вот, видите, допустим, на оборонную вышку смотрим, смотрим, сколько хп осталось. Все показывается. Какой клан не показан. Вот насекойку навел. И видишь, какого качества. Нашел камень, но он первого качества один из, из одного. И будет добываться тоже, скорее всего, первого качества. Да. Нам такой не нужен уже. Кстати, есть еще один лайфхак. Допустим, вы, ну, заранее забегу. Сделали себе какой-нибудь инструмент хорошего качества. Не используйте его до конца. Ставьте там какую-нибудь писюльку, чтобы оставалось. Просто скрафтите такой же инструмент из обычных ресурсов. Наведите друг на друга. И вы почините тот инструмент. Вот так-то делается. Оп, починили. Все. Теперь ваш высококачественный инструмент починен за обычный ресурс. Отлично. Я теперь могу делать топор 10-го качества. Деревянную опору я с собой не взял, да? Да. А если мы, допустим, смотри, у нас есть 9-го грейда дерева и 3-го грейда дерева. Объединяем их вместе. Получится 7-го грейда. Камень будет 18-го. Хм, интересно, а если вот так... То будет второго грейда дерева. Забавно, слушай. Окей, едем. Шестнадцатого уровня топор. Шикарно. Вот этот топор мы будем чинить вот этим топором. Воск можно сложить сюда. Охренеть шестнадцатого уровня, господа уже. Теперь пойдем соберем дерево топориком шестнадцатого уровня. В теории, если вас никогда не зарейдят, вам достаточно один раз скрафтить такие инструменты и чинить их уже обычными инструментами из обычных ресурсов. А улучшенные ресурсы тратить не на инструменты, а чисто на ходуны. Ну и с бронькой такой же принцип. Собираю качеством 42. Добывается 20-го левела древесина опять. Выше почему-то не хочет, хотя топор 16-го грейда. Также бывают высококачественные животные. И с них, собственно, добывается высококачественная кожа. Но этот не наш случай, как я понял, да? Да, обычная кожа. Очень хотелось бы переносную подзорную трубу, которую кочевник мог бы брать в свои цепки и лапки. Дерево 20-го грейда, 16-м топором собираем 18-го грейда дерева. Тоже пускай будет. Но я запомнил, что здесь есть две деревяшки 40-го грейда. 40 уровня это прям вообще сказочка 8 левела сосна 8 левела и собирается 18 ранга очаг это значит мы сможем делать клей хороший давай поставим этот разберем 18 ранга шикарно Пользуясь случаем, хочу протестировать одну методику. Видите, вон вдалеке кораблик стоит. В комментариях писали, что базу нужно не в нычке выгружать из ходуна, если уж решил выгружать базу, а выгружать за песками. Вот кораблик этот, по-моему, за песками стоит. Или нет? Нет, просто стоит. Так, ну это что это у нас? Это стилет обычный. Хорошо, едем за пески и будем проверять сейчас. Гопнет нас кто-нибудь или нет. Тут можно довольно-таки далеко уехать. На самом деле. Как бы мы никого не видим, а видит ли нас? Узнаем. Главное на но. Главное на L не нажимать и все. Ну, на карте я уехал пипец как далеко уже. За границу. Здесь, я думаю, меня сложно будет уже найти. Будем надеяться на это. Давай еще дальше проедем максимально возможно далеко. Вот за этим пригорком. Будем надеяться, здесь можно базу выгрузить. Требуется капитан. Да, можно. Итак, я тут за кадром немножко поиграл, поапгрейдил свои станки. Как видите, у меня 17-го левела адский станок, 27-го левела очаг и 32-го столярный станок. И смотрите, что это тварюга может теперь делать. Теперь он может из обычных ресурсов крафтить 13 уровня предметы. Как это работает? Если, допустим, ну вот возьмем на примере Костяного клея Костяной клей у нас изготавливается из Костей И воды Два ингредиента требуется Воды у нас максимального качества не может быть У нас может быть только клей Если мы положим сюда клей первого уровня, который у нас есть Вот он Здесь штучек осталось То изготовка будет 14 уровня Не так много, да? Берем теперь 27 Вычитаем из нее 13 и получаем 14. На пополам тупо режется за один ресурс, у которого нет градации. Вот как это работает. То есть даже с обычными ресурсами на улучшенных станках вы можете делать клей 13 ранга сразу же. Сразу же 13 ранга клей. Что это вам дает 13 ранга клей? 13 ранга клей вам дает ткань. Сейчас возьмем. Из простой рогоз дает вам ткань 10 ранга. Канька кочевника 10 ранга, это уже отлично у вас. То есть вы сможете сделать себе как минимум 3 или 4 левела уже оружие. Но это значит, у них будет немножко побольше прочности. И еще по поводу ресурсов. Как же добываются ресурсы? Есть их два вида улучшенных ресурсов. У одного статичное число, равное там, за основу возьмем 42, равное 42. А у другого будет 42 плюс. Это значит, что имея у себя в инвентаре пушку, Желательно, чтобы у него было 42 показатель. Вы начнете долбить, им, и вы сможете выдолбить лютую дичь. Смотрите, что я выдолбил. У меня сейчас, к сожалению, нет этого волокна, но я выдолбил здесь волокно 90 уровня. Блин, я его уже израсходовал. Ну, вы видите, да, что у меня инструменты 21 уровня, 12 уровня, 8, -го, 10. -го, и, и ресурсы смог добыть 34 и 41 уровня. Это если фармить плюсовые ресурсы. Ну это, собственно, все, что я хотел сказать. И да, по поводу прочности. Ну, я такой особой прочности не заметил, чтобы ее больше стало. Фармил сегодня весь вечер. Занимался фармом. Ломается точно так же, как и любой другой предмет. Ну, любой другой топор, любого другого качества. Может быть это... Не знаю, самовнушение какое-нибудь, может быть, нет. В общем, подтвердите эту теорию. Да я провернуть тоже не могу. Она пока что под вопросом. Ну, в комментариях пишут, что нихера эта фигня не работает. Прочности также. Урона тоже дается минимальный прирост. Видите, там в 0,0 это вообще очень мало. Вот топор 21 ранга, это самый максимальный. У него до 15,42. А у обычного топора 15. Вон. 115 скорость. Даже 116 нет. Ну, в общем, зачем это нужно? В первую очередь это все нужно для ходунов. Ходуны будем собирать уже в, в одной из следующих серий. Сейчас доделаем себе хотя бы до 40 уровня инструменты и станки. Ну, станки желательно левелом повыше сделать. И все. Жить в шоколаде. Ну, вот, по такому принципу, собственно, и работает здесь система крафта. Дальше. Уже буду делать остальное все за кадром. Если что-то будет интересное, то вставлю в следующую серию. А на этом на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Рирс. Надеюсь, данное видео было для вас полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте рассказать про это видео своим друзьям. А мы отправимся собирать более качественные ресурсы и делать инструменты себе максимального грейда, чтобы собирать ресурсы максимального грейда. Всем счастливо. Всем до новых встреч. Хочу выразить благодарность нашим спонсорам. Поехали по списку. Гиганатозавр Ферцес, Тиранозавры Герман Конюхов и Сир. Рапторы Кактус, Анатолий Каширский, Десница, Лакмус, Мантикор Абирантный, Дотенсек, Спектр 9119, Додошки, Сильвер Харпи, Кролик в Кедах и Мышь. Всем огромное спасибо, вы вносите большой вклад в развитие этого канала.